Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Новая экспертиза прошла в медицинской клинике, где его осмотрели психолог, психиатр и невролог. По сообщениям СМИ, Михаил был вежлив, вел себя корректно, но при этом находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит, сообщил источник. По словам журналистов, заключение выдали сразу, а вот на принудительное лечение в стационар отправлять не стали, так как диагноз был очевиден. Напомним, Михаил Ефремов сел пьяным за руль вечером 8 июня и на своем внедорожнике пересек двойную сплошную в центре Москвы, врезавшись в автомобиль службы доставки, в котором находился курьер Сергей Захаров. Мужчину отвезли в медицинский центр, где за его жизнь всю ночь боролись врачи, но от многочисленных травм он скончался. Ефремова после аварии поместили под домашний арест, и сейчас он постоянно общается со следователями. Источники сообщают, что Михаил тяжело переживает случившееся и даже похудел на 6 килограммов. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!